Таким образом, ваша тесть, еще раз повторю, что вот это проведение митинга в обвинении несанкционированного, которое по признакам административного правонарушения меня обвиняют, было обусловлено неправомерными действиями работников администрации, которые неправомерно отказали заявителям в проведении, сославшись на то, что там якобы планируется еще один митинг. Никакого митинга там не было. То есть, по сути дела, мы, граждане, в наших действиях отсутствует субъективная сторона правонарушения. Вина в виде умысла, а умысел в данном случае только прямой. Почему? Потому что я знаю, что люди подавали, и в материалах дела есть, люди подавали, им отказали на том основании, что там якобы, но никакого там митинга не было. Ваша честь, у нас истину никто не отменял, давайте мы проведем процесс. Это же не уголовный процесс, а административный, в соответствии с буквами двух и закона, соблюдем все права и так далее, создадим прецедент, но это недопустимо, понимаете, недопустимо превращать процесс, простите ради бога, в тяп-ляп и так далее. Никаких оснований для отказа, никакого митинга второго там не было, ничего не было, нарушались права граждан, они подали заявление, и я знаю, что они подали, и поэтому я прошу, так сказать, ну, соблюсти дух закона, не надо, так сказать, превращать право в штампование каких-то, так сказать, хоть и административных штрафов и санкций, но тем не менее. Помимо этого, я обращаю ваше внимание, что я перенес перелом ключицы, очень серьезный, и документы это имеются. Помимо этого, я обращаю внимание на то, что я никогда ранее не привлекался ни к какому виду ответственности, ни административной, ни, естественно, ни уголовной. Все это есть. И сам по себе я юрист, я не намерен нарушать просто так законодательство. Мне это совершенно не нужно, понимаете. Я законопослушный гражданин и так далее. Я не собираюсь получать штрафы и иные виды, установленные законом порядка вами определенные по санкции, за те действия, которые я не совершал. Я эти действия не совершал, еще раз говорю. Я искренне полагал, что митинг разрешен. Более того, оснований для запрета митинга не было никаких. Никакого митинга второго там не было. Они нас вводят в заблуждение, они вводят в заблуждение и суд, и так далее. Но этому надо прийти конец. Ну, так же нельзя, так можно вообще отказывать гражданам. Поэтому я считаю, что подлежит безусловно прекращению. Более того, в любое ваше решение закона, оно нами будет обжаловано и установлено в законном порядке в краевом суде. Вы знаете, что все-таки к этому делу приобретено определенное внимание со стороны и общественности, и мы пойдем в Страсбург и так далее. Я вас уверяю, что мы это безобразие так не оставим, потому что, ну, за что людей привлекать, за что меня привлекать, если я ничего не совершал? Я еще за свою жизнь никогда ничему не привлекался. Я стараюсь... Ну, так и никакого митинга, вот им отказали в проведении, администрации, в проведении митинга на том основании, что там якобы подана заявка еще на один митинг. Но никакого митинга там второго не было. Алексей Борисович, вы знакомились же с материалом? Знакомился, да. Вы знаете, заявление о проведении такого публичного мероприятия подано? Нет, вот таких тонкостей я не знаю. Я знаю, что... А вы утверждаете о том, что было подано заявление о проведении митинга и было отказано в связи с тем, что проводился второй митинг? Да. Вот вы сами на данный момент, как бы, да, эти понятия... Ну, в любом случае, ваши оснований для отказа не было никаких, понимаете? Граждане вправе проводить митинги там, где они считают нужным и так далее. Основания не могут быть там. Основания здесь были надуманные. Граждане реализовывали свое право. Какое основание было отказывать им? Скажите мне, что они такого делали, что пускай митингуют? Все недовольны. В соответствии с законом вы знаете о том, что проведение двух публичных мероприятий в одном и том же месте, в одно и то же время невозможно. Ваша тесть, суд устанавливает истину по делу, по существу, а не так, что штрапанулся, никакого там публичного второго мероприятия проведено не было. Там просто огородили место, что я и подумал, что разрешили. А второго мероприятия никакого там ничего не проводилось. Это... Вот мы сейчас исследуем видеозапись. Да, и я в связи с этим... Да, да, это раз. Ваша честь, в связи с этим у меня еще повторно будет как-то допросить здесь в суде участников митинга и представителей администрации, которые, так сказать, отказывали и так далее. Давайте допросим. Значит, я прошу... Я прошу заслушать Хасимова Михаила Борисовича. С какой целью? Но он пояснит, что никаких мероприятий там не проводилось. Он об этом пояснит, что никаких там мероприятий... Каких мероприятий? Ну, им отказали, насколько я видел материал, на том основании, что на месте... Алексей Борисович, им это кому? Заявителям этих мероприятий. Им? Бобров. Боброва прошу допросить, это раз. Я не помню, ваша честь, столько дел, я же не сам. А Касимов? А Касимов был участник этого мероприятия.
Он видел все это, он подтвердит, что в данной ситуации никаких... Я этого не участвовал в мероприятии, этого не было, еще раз подчеркиваю. Я шел мимо, когда они собирались, вот, и так далее. Я шел мимо и так далее. То видеозапись, возможно, которую я ее не видел, там нет ни выходных данных. Да. Хорошо, давайте посмотрим. Хорошо.